В начале 2015 года в России произойдет повышение цен на сигареты. Это следует из поданной табачными компаниями декларации в Федеральную налоговую службу России. Повышение цен на сигареты объясняется новыми акцизами и ростом иных издержек. С 2015 года минимальный акциз на сигареты вырастет на 30% до 960 рублей плюс 11% от максимальной цены в рознице за 1000 сигарет. По предварительным данным, средняя стоимость пачки сигарет возрастет на 9 рублей и составит приблизительно 70 рублей.